К другим темам. Очередное самоубийство военнослужащего расследуют в Караганде. Накануне в роще был обнаружен повешенным сотрудник областного департамента по делам обороны. Причины происшедшего, к сожалению, не ясны. Как и во всех случаях суицидов, они уходят вместе с человеком, что называется. А те предпосылки, которые этому способствовали, сейчас разбираются компетентные органы. Поэтому после того, когда что-то станет известным, дадим дополнительную информацию. 31-летний покойный был начальником финансового отдела управления по делам обороны. Он проработал в этой должности 4 года. Коллеги знали капитана как тихого и спокойного человека. Претензий по работе не возникало. Личными проблемами он со служивцами не делился. Близкой дружбы ни с кем не водил. Предсмертной записки мужчина также не оставил. Однако его руководители не склонны связывать суицид со служебной деятельностью. И все же военные следователи и прокуроры уже изъяли финансовую документацию, с которой работал капитан.